Так, всем привет, мои хорошие подписчики, друзья, гости моего канала. Итак, в этом видео я продолжаю свой рассказ, как я начала рисовать на ткани и что я за это время сделала. Вот, начну с этого топика. Вот, я наносила с помощью трафарета такой вот узор. Вот трафарет. Да, я растягивала этот топик таким же образом, как у меня здесь растянутый на холсте. Да, растягивала для того, чтобы проще было наносить, во-первых. Во-вторых, тогда хорошо ткань заполняется краской. И при растяжке, да, не видно пропуски. Да, между краской там не выступает ткань, и рисунок не трескается. Так, и растянула, да, этот топик. Сверху я наклеила. Вот, наклеила я сверху бумажным скотчем трафарет и губкой, кисточкой наносила краску. И вот что из этого получилось. Конечно, мне пришлось потом контуры немного отдельно кисточкой проводить, да, то есть вторым, третьим слоем, чтобы это было намного красивее, да, чтобы выглядело приятненько, красивенько и глаз радовало. Вот такая прелесть получилась. Довольно-таки неплохо. Я думаю, заказчик будет рад. Дальше продолжается эпопея у меня с пулдэнсом, да, я рисую, мне девочка приносит топики, трусики, да, форму для девочек, которые танцуют, занимаются пулдэнсом, и мы уже вышли на новый уровень. Если вы помните, там у меня по видео фотографии, рисунки на ткани были такие. Если девушки, то были они все залиты одним цветом, черным, золотым или серебристым. Здесь мы уже прорисовываем цвет кожи, лицо, да, какой костюмчик. То есть вышли на новый уровень. Вот у меня высыхает, она в принципе уже высохла, я могу уже ее снимать с холста и заканчивать, завершать, скажем так, работу. Это прогладить утюгом, чтобы краска закрепилась на ткани и при стирке краска не будет слазить. Еще раз повторю и напоминаю, что я пользуюсь краской декора. Да, декора, декола, надо почитать. В описании под видео я оставлю название краски. Кому это интересует, можете прогуглить, потом посмотреть, что это за краска. Но очень хорошая. Так, вот такую прелесть я сделала. И вот такую. Мне это вообще очень понравилось. То есть, да, заметно уже, насколько продвинулась я вперед в этом плане. Что уже вышла на новый уровень. Все у меня разноцветное, красивое, привлекательное. Вот такая девушка. Такая симпатичная. Что могу сказать? Да, хорошо, что я начала с самого простого. Это сначала написание названия, да, написание имен на ткани. Потом перешла потихоньку к рисунку. Тут уже разноцветный рисунок. То есть рука набивается, да? Потому что здесь мы работаем по чистовику. Главное, чтобы рука ваша не дрожала, была твердая, чтобы не прилетал там пух, мех на вашу работу, если есть особенно животное, у меня это кот. Вот. И нужно смотреть за этим, чтобы ничего не прилетало лишнее, потому что цепляется за краску, за кисточку, потом трудно работать. Естественно, ткань разная, с которой я работала, некоторая очень сильно тянется, другая сильно кашлатится, и это затрудняет, конечно, процесс нанесения рисунка на ткань. Но, тем не менее, задача, я справилась, довожу все-таки до конца и до совершенства, чтобы было красиво. Набиваю руку. Вот такая красота получается. Дальше в видео я вам вкратце покажу процесс нанесения рисунка, да, и какой стиль я использую, как я переношу рисунок в некоторых работах. Там будет топик с большими такими губениями, то есть белый топик и черные губы такие красивые на весь топик. Да. Дальше я рисовала купальник, то есть на купальнике белом наносила золотистой краской корону. Тоже покажу такие маленькие слайдики, да, слайд-шоу, типа фотографии, вы посмотрите, как это все происходило. Вот, осталось у меня еще две работы. Это еще
такой же рисунок нанесения такого же узора на черный топик и в таком же стиле нанести на черный тоже топик еще одну такую барышню тоже с надписью pole dance. Ну, барышня будет немного в другой позе. Вот, и если хотите, я, конечно, могу подробнее сам процесс в следующем видео, как я пишу, да, как я наношу рисунок. В следующем видео я вам более подробнее покажу. А сейчас посмотрите вкратце, что я сделала за это время. Так что, дорогие мои, приятного просмотра, всем хорошего настроения, удачи, процветания, крепкого здоровья. Пока-пока!